12 июня Петрозаводск присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна России». Музыку транслировали из громкоговорителей на улицах Правды и Попова. Вместе с жителями Древлянки на Березовой аллее гимн исполняла учащаяся вокального хореографической студии «Поколение» Лидия Ванак. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. День России отметили на острове Кижи. Там активисты ОНФ Карелии провели церемонию поднятия российского флага. Очень символично, что торжественная церемония поднятия российского флага проходит на острове. Это символично для нашей малой родины, это символично лично для меня, потому что мой род из-за Онежья как раз-таки с этого места, 16 века. И, конечно, приятно, что акцию мы можем провести здесь. В мероприятии приняли участие волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» и сотрудники музея-заповедника. А вот молодежка ОНФ в это же время раздавала всем желающим ленты с триколором у входа в супермаркеты.